И вместо кого играет в стартовом составе Карл Санчес? Я держит Аргентина мяч. Начал комбинацию Месси, а продолжил комбинацию Пастора. А дальше Ди Мария. Вот были одна из изменений, которые все думали, что будет, что Ди Мария в первом матче играл слева почти все время, а в этом он уже справа стоит. Еще раз смотрим. Посмотрите, какое включение. Был в положении вне игры Агуэра, поэтому не стал на него Пастора отдавать передачу. Гал, скажи, пожалуйста, а как давно вообще стало понятно, что Мартино намерен на Пастора делать ставку, как на игрока основы? Было, потому что еще все, конечно, думали, что вот выиграем опять что-то дома. И так Аргентина так плохо играла на самом деле, что даже, ну, понятно, что после Копа Америка мы меняли тренера, только тогда пришел Савелла, да, Батиста работала после Копа Америка. Я помню, что последняя пресс-конференция после Уругвая, он сказал, что я бы не сказал, что это провал был, но чиновники там у нас думали по-другому и сразу убрали его. Этот момент был опасный. Месси, Пасторе, с левой ноги удар, и это был снова удар в створ, и опять Фернандо Муслера забирает мяч. Только потому что спросили у товарища, да, что будет делать, там и Месси, Агуэро, и все, которые, он сказал, что, ну, потенциально Аргентина самая сильная в этом турнире. Нет, у кого нет ни у кого такой сломной потенциально, да, как Аргентина. Они фавориты. Но мы будем играть, это лимит, где есть, грань, да? Где грань, да. Поэтому игра, которая вот такая, которая просто не давать играть другому. И как раз сейчас проводят уругвайцы хорошую контратаку через левый фланг. Немножко не хватило здесь роста Диего Ролано, потому что будь на его месте Кавани, может быть, и получилось бы немножко поопаснее. Посмотрите еще раз, как легко проскочили сейчас уругвайцы через левый край, и моментально последовала передача в район воротаски. Вот как раз Ладейра делает передачу. А дальше навес. Ну, здесь Кавани близко не было, убегал из глубины как раз Диего Ролан. Угловой. Опасно! Годин, надо думать, да? Кто выигрывает в воздухе? Разумеется, Годин, да. И Годин-то играет давно, ему 29 лет. То есть, по сути, он тоже, вот если говорить о некоторых футболистах, он в самом расцвете находится. Еще раз посмотрите. А с ним Гарай. Гарай и Годин — это пара. Сейчас Ди Мария справа и отдает передачу направо. На Месси забегает Сабалета. Месси делает навес. Агуэро! Это было очень неплохо. Да. Да и вообще, отличный матч. Мы продолжаем наблюдать. 25-я минута. Аргентина-Уругвай. 0-0. Очень толком. На поле выкинут или бросит, да? Бросит, да. Поэтому они считали, что для серии безопасность. Все, без матча. Я думаю, что это они еще. Подача. Ох, еще один удар Ролана. А уругвайцы-то в своем стиле огрызаются и покусывают аргентинцев регулярно. Причем, что меня несколько удивляет, из центральной зоны, в общем, атаки. Давайте посмотрим. Вторая передача. И опять здесь немножко Сабалета за Роланом. И, в общем, у Ладейра получается. А вот это уже совсем опасно. И это, наверное, даже удар в створ. Первый удар в створ. Ромеро дотягивается. Тут и обрушились просто толпы. Пасторе. Какая передача классная. Агуэро. А удар не получился. Сабалета моментально захватывает мяч на правом фланге. Сабалета. Пасторе. Пасторе. Передачу. Агуэро. Вамос, Кун, вамос. Хороший Кун. Отличный мяч аргентинцы забивают. Тевес там прибежал тоже поиграть. Еще раз давайте посмотрим. Месси, Пасторе. Пасторе хорош. Пасторе, да, очень хорош. На Сабалету. Хименес, да, упустил его немножко? Да. Какой хорош, понял.
1-0 в пользу аргентинцев. Они открывают счет. Ну, посмотрим, как дальше будет эта игра складываться. У Кавани с мячом. Кавани! Вот он такой Кавани. Вот и в последний момент забить. Ну и мы, я напоминаю, что в последнем туре, в последнем круге, в этой группе будет матч. Низкий уровень футбола, который показывает Ди Мария. Но он не поменял все равно Ди Мария. Смотрим. Агуэро! Можно было, конечно, поделиться мячом. Ди Мария открывался и, мало того, потащил мяч в центр, как бы убирая, затаскивая вместе с собой защитников. Агуэро. Но передача все-таки не выполнил. Вот здесь, наверное, можно было отдавать. Довольно перспективная атака. Дальний удар. Можно бить еще. Хо-хой! Спасибо. Рулан. Пустые ворота. Пустые. Там офсайд-то не было, кстати. У Ролан точно не было. Месси. Тевес. Пытается обыграть Карлос Тевес. Не получается. Получается передача на Месси. Удар! Удар! Муслера. Получается по статистике уже 7-й удар в створ. 12 ударов, из них 7 в створ. Все-таки попадание, процент попадания очень хороший. В Аргентине тоже говорят много про Месси, что он ему не хватает 8 голов.